Итак, здравствуйте всем. Продолжаем играть в Minecraft. Это самое All the Mod 9. Можете подписаться на канал, комментируйте, нажимайте лайк обязательно, ребята. Вот. До 1000 буквально чуть-чуть осталось. Вот. Сейчас все это загрузится, чтение данных. В предыдущей серии мы с вами... А что мы в предыдущей серии делали? Так, чтение данных. А, мы... Сейчас, минутку, я... Поближе кофе поставлю. Мы в предыдущей серии построили этот самый, как его, с мода, как называется это, Project E, Transmutator Table построили. Правильно? Правильно. Закинули весь свои все ресурсы, которые были. А, да, еще в Незере были. А, это самое, как ее, печку построили. Правильно? Я говорю. Так, мне надо... Это самое, что-то холодно стало. Так, как в этом самом было, стало что-то холодать, не пора ли нам, да, вот, ветер дует в спину, не пора ли к магазину, вот. Во, полгода не прошло, вот и загрузочка пришла, да. Окей. Кубы чи... куб чего? Error found 4 run кубы J error server for more info. Ага. Окей. Здравствуйте. А я могу? Да, могу морковку собрать. Так. А кто это за умный человек тут все раскопал так? Подождите, все начинает подвисать. Потому что он только что загрузилось. Так, мне надо булыга какая-нибудь. Или лучше земля. Давайте все это заделаем. Блин. Во. Пускай будет так. Давайте поспим. Такс. Так, 4 минуты прошло, я вижу. Окей. Так, с 5,6... Чего? 31 изумруд у нас. Ага. А, кстати, я в предыдущей серии говорил, что мы займемся... не Project E, а этим самым займемся. Как его звать-то? Не Project E займемся, а займемся. Как называется это теплопровод? Теплогенератор. Как тебя это звать-то? Механизмом займемся, вот. Я вчера это самое говорил. Пожалуйста, это вчера уже было? Да, это вчера. Это сегодня, это уже сегодня, правильно. Окей. 2.0. Сколько там было? 2.41 уже. Да, это уже сегодня. Значит, кстати, так, сумку я нашел свою алмазную.
Так, кстати, у нас есть с вами, знаете что? Ребята, у нас что есть с вами? У нас с вами есть огненный стержень. И у нас есть булыжник. Это значит, что мы можем скрафтить, наконец-то, зелеварку мы сможем скрафтить, ребята. Неужели мы зелеварку скрафтим? Так, зелеварка обязательно... Ой, куда ты ставишь зелеварку эту? Оп. Зелеварочка. Так, зелеварка обязательно, так, значит. Нужно будет еще вот это вот. Потом еще нужно будет нам... А, у нас ведь нароста нету! Правильно? Блин, у нас нароста нету, чтобы делать этот самый. Блин. Ладно, давайте займемся, ладно. Вот этим давайте. Да, что ты подвисаешь так? Железо, дерево, меч, печки. Осьми печки. Давайте, ребята, поиграем. Что там было? Так, значит, печка. А где печки? Печка осьми. Окей, 8. Я сразу много беру железо. Что там было еще? Доски. Тут, надеюсь, любые можно. Ладно, эти доски. И все, да? Блин, медь я забыл. Конечно. Самое главное, я забыл медь. Вот он. Наша первая штуковина. Так, мы берем с вами это и занимаемся вот... Так, лава нам нужна. Вот, хватит столько лавы. Так. Так, а у нас есть этот самый, как его, чернит. Чернит, ага. Блэкстоун у нас есть, обсидиан. Чё на шерсть, зачем? Ладно, может быть, из кальцита. Ладно, пофиг. Давайте из кальцита. Кальцит это тоже хорошо, кстати. Блин, ребята, а? Я даже просто не знаю, куда можно... Ладно. Так. Во. Так.
Вот. А, кстати, можно забрать это. Так. Ага. Так, саженцы всякие, вот эти вот. Сюда. Так, значит, ага. Пу-пу-пу-пу-пу. Давайте свою лабораторию будем здесь строить где-то. Надо лабораторию начать строить свою. Так. Так. Блин. Надеюсь, к нам это самое не пойдет, это Диди. А! А как отсюда выбраться теперь? Медь. Не будет кнопочки все нажимать, так. Серебряная руда. Кстати. Еще руда. А, это не руда. Это кристаллы. О, какой звук странный. Страшный, точнее. Блин. Тут хорошо, ладно. Надо другое место найти для этого самого. Так, медь. Подожди, но эти кристаллы нельзя переработать. Правильно пережарить? Их ведь нельзя. Это ведь кристаллы. А, ну да. Так, это серебро у нас. Мама Люба, давай, давай, давай. Так, минутку. Мне нужна поверхность ровную. Чтоб я мог свою начать строить. Так. Так. Ведро, ладно, положим. Так. Такс. Давайте, ладно, будем здесь строиться. Вот. Наугад просто. Подожди. F3 Gen жму сначала. Ух ты ж, блин. Ух ты ж. Молодец я, кстати. Ага. Я гений, ребята. Подожди. Так, значит. Ладно. Такс. Так. Угу. Подожди, а сколько мне нужно их? Теплопровод. Вот. Пожалуйста, сколько мне теплопроводов надо? Давай раз, два, три. Ой, раз. Два, три, три, четыре возьмем. Четыре штучки возьмем. Ладно, давай четыре штуки возьмем. Подожди, F3G выключим. Значит, смотри. Сюда поставим одну. Сюда одну поставим. Сюда поставим. И сюда поставим. Вот. Потом вот так вот сделаем. Вот так. Вот. Таким вот образом все это сделаем. Ага. А здесь надо вот... Ой. Вот так вот сделать надо. Здесь. Да, здесь надо тоже. Вот таким вот образом сделать. Так, здесь будет у нас лава. Значит.
Так. Тут тоже лава будет. Ладно, потом я. Да, тут тоже лава. То есть надо сломать эту сначала будет. Ага, идемте поспим, давайте. О, кстати, освещает. При помощи лавы можно освещать себе путь. Бакет славы. Ой, дружище. Здравствуйте. Вот вам еще огонек. Не добежал. О, кстати, кстати, кстати. Эу, ты кто, скелет? Ага. Высокая трава. Ёпарас, это же скелет. Я думал, он с топором. Он упал. Сейчас мы его. У него что, fire resistance стоит? Серьезно, огнестойкость у него стоит? Свечение и огнестойкость. Да ну нафиг. Ага. Я понял. Ду, вау! А! Вот собака такая. Пожалуйста, как мне отсюда выбраться? А где тут выход? А, наверное, тут выход, да? А вот он, тьфу ты. И уже так, спокойно. Спокойно строимся. Оп. Ух ты ж. Строимся, ага. Молодец. Застроимся сейчас. Так. Олово. Олово, олово, минутку, так. Пережариваем. Оловянный слиток. Подожди, у меня олово уже было, правильно? Так, земля. Сланец. Зачем? Ладно. Сланец за сланец. Так.
Это у нас этот самый, да? Ага, эссенция инфериумная эссенция. Это вот это вот. Еще лопата сделана, я понял. Значит, сюда лаву выливаем, во-первых. Да, сюда лаву выливаем. Лавы надо будет много, кстати. И посмотрим, у нас энергия пошла уже. Видите, у нас первая энергия, так сказать. Идет, так сказать, родная энергия-то идет. А нам нужно еще больше энергии, чтобы мы могли вырабатывать, значит. Нам нужно еще больше энергии, тогда нам нужно еще больше лавы. Чтобы мы могли быстрее вырабатывать энергию. Нам нужно, чтобы она эффективна была бы. Да, кстати, тут не достроили мы с вами. Вот. Ага. Превосходно, энергия-то идет. Давайте поставим временные блоки пока что. Временные блоки и его просто не внутрь зальем, а при помощи шифта как бы в блок зальем. Так, нам нужно еще лава. Нам мало лавы, нам нужно еще больше лавы. Сейчас будем заниматься этим самым долго. Вот эти вот. Так. 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 Угу. Значит, поскольку у нас нету еще труб никаких, можно, конечно, сюда лаву заливать. Это будет гораздо быстрее и лучше, да? Но у нас нету пока что труб. А потом, я думаю, уже не надо будет нам ничего заливать. Мы будем... блин. Или надо... Слушай, я не знаю даже. Давайте, ладно, возьмем еще строительные блоки. Уже другого типа. Значит, так. Так. И заливаем сюда вот наверх лаву. И по идее... Ух ты ж, уже полная. Ничего себе. Довольно быстро вырабатывается энергия, кстати. Вот. Так. Угу. Ну, конечно, мы можем сюда вот залить еще лаву. Такс. Так, пакет с лавой надо обратно положить. Так. А, оловянный слиток. 8 миль. Зачем мне 8 миль?
То есть ось мне нужен, а олово мне не надо пока что. Ага. 7. Окейшки, окей. Значит, построили это. Во-первых, нам нужно награду забрать. А, забрать награды. Кусочек закрыть. Это что, это все? Механизм Advanced. Да ты издеваешься. Гранула антиматерии. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это рановато еще, ребята, на это смотреть. Еще это рановато, но это интересно, кстати, заниматься этим самым реакторным, этим всеми портами, все вот это вот, всякими вот это вот проводами и так далее. Окей. Будем потихонечку накапливать этот самый EMC, и будем потом заниматься Project E, строить тоже. Значит... Так. Так. Алмазный рюкзак. Да. Мы хотели с вами... Сейчас, минутку, собачка. Сейчас, собачка Мека. Собачка Мека. Значит, во-первых, нам нужно делать. Нам нужно сначала сделать, знаете что? Наверное, вот это вот. Наполнительный сплав делается. Да. Металлургический наполнитель нам нужно сделать, ребята. Вот это вот сначала нам нужно скрафтить. Вот это вот. Ага, тут редстоун еще нужен. Для этого. Редстоун. Ага. Чего не хватает? Две печки. Ого. Две печки не хватает. Замечательно. Две печки. Окей. Две печки. Так. Металлургический наполнитель. Ага. Механизм. Металлургический наполнитель. О! Серьезно, я получил наполнительный сплав! На шару. Просто я на шару получил металлургический сплав. Просто это... Мы должны только что крафтить, а я получил просто на шару металлургический сплав. Потому что мы... Подожди. Ведь мы... Подожди. Металлургический сплав. А он делается... О, кстати, вот этого тоже надо делать будет нам. Тут золото еще нужно будет. Это, кстати, обязательно. Вот эту вот штуковину тоже надо будет крафтить. Кстати, я сразу две штучки возьму, потому что она нам пригодится. Так. Так. Вот это нам нужно. А чего? Осьми опять. Да ты издеваешься своим осьмием этим. Так, ладно. Металлургический наполнитель. Мне нужно базовый наполняющий механизм. А, пожалуйста, как он вот это вот крафтится? Из чего? Редстоун плюс осьмевый слиток. Редстоун плюс осьмевый слиток. Редстоун есть у нас, осьмевый слиток есть. Так, погнали дальше крафтить. Значит, пока что у нас труб нету, ребята. Надо быстро это делать, кстати, сейчас. Быстро сломать и быстро поставить металлургический наполнитель.
Вот. Значит, один редстоун и осьмиевый слиток. Или два редстоуна, наверное, надо. Да, два редстоуна и один осьмиевый слиток, и получаем мы с вами компонент. Базовая схема управления получаем мы. Да, вот базовая схема управления. Заставь камень думать. Я не знаю. Ведь это не камень. Я сразу стак беру, потому что его нужно будет много. Подожди. Базовый чу... Так. Давайте мы, может быть, трубы начнем делать, кстати. Может быть, трубы надо электрические начать делать. Или лучше подождать, ребята. С трубами этими. С трубами, извините. Наполняющий сплав. Да, это он делается редстоун плюс железо. Будет наполняющий сплав. Ага. Укрепленный сплав. Укрепленный сплав, металлургический наполнитель. Тут нужна уже базовая алмазная пыль. Ага, алмазная пыль делается в этом самом, в дробителе, правильно? Тут можно любой дробитель. Даже вот такой вот дробитель подойдет, кстати. Ну, давайте с механизма пока что дробитель построим. Редстоун, два ведра этого и плюс... Ай, нет! Ой, какое! Ой-ой-ой, сталь! Да не надо, пожалуйста! Ой-ой-ой, сталь! Какая ужас! Какой ужас, ребята, сталь! Так, мне нужна уголь. Какой ужас, ребята, сталь! Это моя самая нелюбимая часть, ребята. Значит, раз. Раз. Значит, вот это вот. Это один раз мы положили сюда железо и уголь. Получаем обогащенное железо. Окей, обогащенное железо мы выучим сначала. Давайте просто выучим для того, чтобы было бы. Я не знаю, оно куда-то в крафте еще нужно будет. А, стекло реактора оно делается с обогащенного железа. Ну ладно, допустим-то. Ну ладно. Потому что некоторые компоненты требуют... Так, значит. Ложим сюда еще обогащенное железо. И ложим еще раз. Уголь. И получаем мы стальную пыль. Получаем. И стальную пыль мы ложим сюда и пережариваем. И получаем слиток стали. Да, мы сталь получаем. Кстати, он пригодится до этого самого. Сталь ведь пригодится для этого самого. Как его-то звать-то? Я забыл. Для... Вот именно вот такая вот сталь с механи... Подожди, Подожди, он называется All the Ores? Тут стоит мод. Я думаю, он типа... Ну ладно, допустим. Тогда она... Короче, этот сталь подойдет для всего. Ну, где нужна сталь именно. Вот именно где сталь нужна, она пригодится нам. Подожди, нажму букву У. Смотрите, видите? Extreme Reactor. Сталь нужна. Тут тоже. Он тоже подойдет, сталь здесь. Везде, где сталь нужна. Ух ты ж. Ага. Везде сталь. Подойдет. Значит. Ведро стального корпуса. Стекло не хватает. Окей. Значит, стекло.
Берем стекло. Дробитель. Не хватает, что у нас? Вот этого не хватает. Крафтим. Стальной корпус. И два бакета лавы нужно будет нам. Вот. И мы получаем просто дробитель. Так, значит, у нажимаем и базовый дробящий механизм получается вот так вот. Ага. Ну, допустим-то. Я могу скрафтить уже. Да, могу скрафтить. Базовый дробящий механизм могу скрафтить уже. Окей, базовый дробящий механизм. Мне нужно алмазы. Точнее, да, алмазы. Окей. Так. А точнее, алмазная пыль нам нужна, чтобы скрафтить. Ага. Так, тут это мы быстро ломаем. Ставим вот это. И ложим алмазы. Мы можем вот такое сделать, чтобы было бы быстрее. Вот, у нас теперь есть... Алмазная пыль у нас есть с вами. Так, берем алмазную пыль. Угу. Так, и забираем награды. Теперь у нас открылась сталь. Да, я раньше не мог, кстати, сделать трубы. Когда вот сталь открылась, теперь мы можем трубы спокойно начать крафтить. Так, это что у нас? Погашенная красная пыль. А-а-а! Да, кстати, с этой вот мы можем больше, кстати, делать. Это самое. Кстати, этих самых предметов переделывать. Где нужен редстоун именно? В этом самом. Вот в этом вот. Где это? Вот в этом вот. Наполнители. Так. Продвинутая схема управления. А вот, допустим-то, обогащенная вот это вот. Так. Такс. Значит. Так. Где-то я что-то не взял, да? Награду. А где я не взял награду? А, от Астра. И рандомная награда. Просто, ребята, сегодня что-то повезло. Мне вообще как-то просто настолько прет сегодня. Ё-моё, ребята, сегодня настолько прет. Неплохо. Где это? Так. Серьезно? Укрепленный сплав? Серьезно? Я только что хотел делать укрепленный сплав. Подожди, У. Подожди, не У. Р. Как он делает укрепленный сплав? Я только что хотел укрепленный сплав делать. Блин, вот это сегодня везет. Просто прет. Ребята, эта серия... Просто какое-то везение. Просто это везение. Это чудо чудное, ребята.
Так, ладно. Окей. А ну-ка, попрет сегодня? А, тут нету рандомного этого самого. Обращенное же это самый. Ага. Ну, допустим. Подожди, мне нужно сейчас что в данный момент? Базовый дробящий механизм. Ага. Базовый дробящий. А это у нас металлургический наполнитель. Не. Металлургический наполнитель мне нужен сейчас. Оп. Спокойно. Так. Металлургический наполнитель забираем. Нажимаем буковку У. Делаем базовый наполняющий сплав. Ой, базовый наполняющий механизм, извините. Сплав. Ага. Чего не хватает? Металлургический наполнитель не хватает. Металлургический наполнитель. Почему? Что там? Ага. А что, железо есть. Ну да, вот, пожалуйста. Базовый наполняющий механизм. Вот, шикарно. Ага. Так, значит. Подожди, а как можно минутку настройки управления, нет, графики? Подожди, мне просто интересно. Вот, шикарно. Вот так вот будет намного лучше, кстати. Такс. Значит, пу-пу-пу-пу-пу. Что я хотел делать, ребята? А, провода мы хотели с вами делать, правильно? Провода или вот этим вот лучше заняться, кстати. Атомный сплав. В металлургическом наполнителе, да? Пыль очищенного обсидиана плюс укрепленный сплав. Пожалуйста, как вот это вот делается? Камера обогащения. Минуточку, я хочу посмотреть. Камера обогащения можем. Ага, камера обогащения скрафтить. Так, буковка У нажимаем. Вот. Базовый обогащающий механизм. Да. Ага. Укрепленный сплав. Ага, сюда. Так. Значит, так. Ломаем вот это пока что. И вот это ломаем. Я пока что все киркой делаю, потому что у нас нету. Так, где это был? Атомный разборщик называется он. Правильно? Если я не ошибаюсь, ведь. А я ведь не ошибаюсь. Ведь он называется атомный разборщик, ребята. Называется он. Где он, атомный разборщик? Где это? Вот оно. Тут нужна... Ядрин батон! Серьезно? Чтобы атомный разборщик скрафтить, тут нужна...
Оземодиум. Оземодиум, этот самый руда, да? Слиток. Оземодиум слиток. Он очень редкий. И он находится вроде бы в Дюбдарке. Если я не ошибаюсь, ребята. Ядрит, батарит мне. Ага. Ладно. Так, обогащающий, дробящий и наполняющий механизмы. Ага. У нас есть с вами три механизма уже. Значит. Так. Три механизма. Подожди, что я хочу? Я ведь провода хотел делать. Но, ладно, провода подождут немножко. Подожди, а я могу его Серьезно? А, это мекка. Ну да, это логично. Ага. Подожди. А как делается бегунки? Ага. О! Кстати, неплохо. Бегунки. Так. Не хватает наполняющий сплав. Подожди, а у меня что, наполняющего сплава нету? Вот он. Так. Пожалуйста. Наполняющий сплав. Ага. Так. Это у нас простой бегунки. А дальше у нас бронированные бегунки. Тут требуется у нас уже бронзовый слиток. И стальной блок. Ну, это стальной блок, конечно, из стали делается, правильно? Это логично. Это кто? Тварь! Мерзость! Хлам продает опять. Мразь. Напугала меня эта мразь. Так. Спокойно. Такс. Окей. Мы... Так. На стали остановились. Минутку. Ага. Бронированный. Алмазная пыль есть у нас, теперь бронзовый слиток. А бронзовый слиток делается из чего? Медь плюс оловянный слиток. Олово. Подожди, у нас олово ведь было ведь. Правильно? Да, было олово. Замечательно. Олово плюс... Вот, бронзовый слиток. Ага, вот, бронированные бегунки. Окей. Ага, теперь у нас есть бронированные бегунки. Сколько там? Три защита. Пожалуйста, почему? А, это как алмазные, типа. Окей. Но оно сейчас нас не защищает, потому что у нас надо их зарядить еще будет. Так. Пу-пу-пу. Значит, так. Погнали тогда, знаете, что заниматься чем?
Проводами, может быть, начнем заниматься наконец-то. Базовый универсальный провод. Сталь плюс редстоун. Базовый универсальный провод. Крафтим. Так. Кстати, надо сразу забирать эти самые награды, мало ли какая-нибудь. А, нет, ничего не будет. Базовый универсальный провод. Продвинутый универсальный провод. Так, продвинутый универсальный провод. Элитный универсальный провод. И дальше у нас элитный. И последний у нас совершенно элитный провод, который мы не можем скрафтить, потому что нужен атомный сплав. Атомный сплав нужен для... Ух ты ж, ладно. Мне надо обсидиан. Сколько обсидиана нужно будет? Я за обсидианом шел, кстати. Его надо продробить, может? Обсидиан, нет. Нет, он не дробится, обсидиан. Обогатить обсидиан? Нет. Наполнить? Нет. А что с ним, с этим обсидианом делать? Подожди. Что с обсидианом делать надо? Нет, я забыл. А что с обсидианом надо делать-то? Ведь он, надо было обогащающий механизм. Подожди, я только что заметил провод какой-то интересный. Вот этот вот, это что за провод? Термодинамический. Ага. Нагрев. Ага. Нагрев. Газы. Это серьезно, это что? Абсолютный. Серьезно, газы. Типа появления. Ага. Подожди, а это что, типа мега улучшенные проводы? Провода абсолютные. Каблы. Подожди, а как оно делается? Абсолютный провод. Вот как вот это вот крафтится-то? Тут нужен... А как это что? Света пыль плюс базовый химический оксид урана. И будет... Ядрит меня, Мадрид! Оксид урана нужен. Блин. Не. Еще рановато, ребята, ураном заниматься. Мы только что, ребята, начали развиваться. Реально, до урана еще слишком далеко у нас. А, кстати. Кстати, ребята, если сделать, смотрите, что. Если сделать дробящий механизм. Нет, не в дробящий механизм. Если в обогащающий механизм засунуть руду. Вот три кусочка, допустим, железа. Мы получим 4. 4 железных пыли получим. Чего? 4 кусочка пыли получили? Ладно. Что-то я... Короче, на одну пыль кусочку пыли бы лучше получили. Так. Забираем все вот это вот. Забираем награды. Значит. Пум-пум-пум. Значит. Так. Мне нужно что? Атомный сплав мне нужен. Металлургический наполнитель.
А в чем он делается-то? На планете металлургический. В обогащенный алмаз. Обогащенная алмазная пыль. Обогащенная алмазная пыль. Алмазная пыль. Обогащенная именно нужна. Ага. А не просто алмаз, а обогащенный. Пыль. Алмазная пыль. Та разница-то большая, ребята. Алмаз пуль. Чего? Получили алмаз обратно. Боже. Что-то я неправильно. Я опять начинаю тупить, ребята. А! Я понял, это там делается, все, я понял. Ага. Это после алмаза пыли или. А вот это вот тогда как делается, в чем? Камера обогащения. Камера обогащения. Камера обогащения. Почему ему не подходит обогащающий механизм? Обсидиан. О! Мушка. Камера обогащения. Ну вот обсидиан. А, я печку взял! Болван я! Вот я теперь буду все время путаться. Блин, теперь я буду все время путаться. Обсидиан и печка. Вот обсидиан. Тьфу ты. Я думаю, что я не так делаю? Вот. Обсидиан. Все правильно. Обогащающий механизм. Я хотел печку обогатить. Я просто сказочный волшебник, ребята. Ага. Получаем обсидиановую пыль. Получаем обогащенную. А дальше мы с вами... Так. Вот сюда вот. Правильно? Правильно. Ага. Получаем пыль очищенного обсидиана, получаем. Ага. Пыль очищенного обсидиана. Ну, допустим-то. Так, это положим сюда обратно. Значит, а что там дальше надо было делать? Плюс укрепленный сплав. Плюс укрепленный сплав. Ага, укрепленный сплав. Укрепленный сплав. Одна штучка и плюс вот это вот. Один. Очищенный обсидиан. Наверное, два штуки нужны очищенного обсидиана, да? Издевающе. Не говори, что три штуки надо. Нет. Очищенный обсидиан, ну. И воняющий сплав. Металлургический наполнитель. Обогащенная обсидиана. Обогащенный обсидиан. Ага. Обогащенный обсидиан. Давайте поспим.
Конечно, ты тут. Ух ты ж, ёпта. Конечно, он тут, рядом. Холодильник, ёпта. Пошли, а я... Вот. Надо компоненты сохранять. Вот. Там надо было больше. Просто очищенного обсидиана положить. Я просто жмот, ребята. А вот, очищенный сплав обсидиана получаем. То есть атомный сплав, извините, получаем. Очистим это все. Так, атомный сплав выучили. Так, атомный сплав у нас есть. Так, минутка, это вот это вот. Значит, что там дальше надо делать-то? Атомный сплав, это у нас есть это, а теперь вот это вот элитная... Схема управления. Элитная схема управления, кстати. Элитная схема управления. Да, мы можем тоже скрафтить его. Так, элитная схема управления. И... не хватает элитной схемы управления и атомного сплава не хватает еще одного. Так. И атомный сплав еще требуется. Вот. А, тьфу ты. Все правильно, вот так вот оно. Вот. Так, мы с вами выполнили. Угу. Екс. А по этим самым компонентам этим мы справились. Теперь вот, так, совершенные. Где у нас провода были? Провода. Ага. Тут нужно... Абсолютная... Ага, тут у нас радиоактивная эта фигня, да? Везде. Абсолютно логическая, да. Подожди, вот это вот надо. Радиоактивный даст. Подожди, а как он делается в радиоактивный даст? Камера обогащения. Радиоактивный даст. Подожди, а как радиоактивный даст делается из светопыли плюс базовый химический бак? Оксид урана. Подожди, а как оксид урана делается? Ладно, давайте мы скрафтим вот эту вот фигню. Сейчас еще заодно бочки будем крафтить. Подожди. Значит, давайте оксид урана посмотрим, как он делается. Оксид. Ой, оксид, правильно, да? Двойка мне. Оксид. Урана. Да, оксид урана. Жидкий оксид урана. Оксид урана. Как делается оксид урана? Из чего? Из урановой пыли делается. Ага. А урановая пыль тогда как делается? Из камеры обогащения урановый слиток требуется. Ёпрасота. Теперь мне еще уран надо копать. Да, еще рано, кажется, мы... Слушай, слишком рано для урана. Умирать от урана. Минутку. Как там было? Собачка Мека. В этом самом. Far Cry 6. Было задание. Рано умирать от урана. Так, минутку. Так, значит.
Давайте, ладно, провода создадим пока что. Знаете, какие? Провода создадим. Базовая герметичная труба. Нет. Где-то провода, которые... Вот она. Совершенный провод надо создать. Вот он. Совершенно универсальный провод. Давайте пока что вот так вот создадим. И теперь у нас есть провода, ребята, наконец-то. Ра-та-та, ра-та-та, у нас есть теперь провода. Ай! Провод. Просто надо быстрее действовать, и все. Все в порядке, ребята. Как там было в этом песне? Все идет по плану. Вот, ребята, все идет по плану. Все идет по плану, ребята. Так. Провода. Давайте мы провода вот таким вот образом создадим. И поставим сюда, что это у нас такое у нас? Обогащающий механизм. Обогащающий. Я не знаю, сколько он нам нужно, насколько. Так, обогащающий, дробящий механизм. Дробящий. Ладно. Ладно, дробящий механизм. Это что у нас? Наполняющий механизм. Наполнитель. Допустим-то. Ой. Нет. Наполняющий механизм. Окей, наполняющий механизм. Такс. А кстати, мы можем, знаешь, что сделать? Поскольку у нас есть эти самые все компоненты. Ребята, поскольку у нас есть все компоненты, мы можем улучшить их. Вот эти вот. Ой, почему так все начинает двигаться? Странно. Давайте мы. Сейчас. Дробящий механизм. Дробящий, минутку. О! Продвинутый. Продвинутый. Чего не хватает-то? Ага. Так, базовый дробящий. Продвинутый, как делается. Ага. Где это? Это сталь. Вот, осьмий. Продвинутый. А, наверное, везде вот так вот то же самое крафтится, да? Наверное, везде крафт такой же самый. Да, везде такой же самый крафт. Ой. Совершенно... Так. Вот, продвинутый. Такс. А как делается дальше? Элитный. Элитный. Не хватает элитной схемы управления. Ага. Элитная, пожалуйста, сколько нам нужно-то? 2, 4, 5, 6. Правильно? Или, ладно. Так, еще что обратно положим тогда? Элитный. Как он там крафтился? Ага.
Просто с элитного вот такой делается просто. Вот такой вот элитный и. 8 опять, да? Нет, не 8. Паша, а что там надо было вместо 8 ложить? Золото. Ага. Вместо 8 золото уже ложить надо. А потом, наверное, будут алмазы ложить. Что там дальше? Так, золотишко опять. Золотишко. Элитный дробящий механизм. Давайте поспим. Ага, совершенно вот так вот крафтится уже. Не хватает атомных сплавов, алмазы, да. Алмазов не хватает уже. Так, и получается, мы скрафтили вот это вот с вами. Угу. И теперь у нас есть совершенные механизмы есть. Совершенные уже. Так, значит, это что у нас? Обогащающий механизм. Полезный довольно, кстати. Обогащающий. Сюда положим. Это что у нас? Наполняющий. Так, ладно. Дробящий, окей. Вот. Так, дробящий, обогащающий и наполняющий. Замечательно. Так, и поставим, давайте, вентилятор один. Я не знаю даже, как лучше поставить этот вентилятор. Давайте просто поставим его здесь. Ой, не здесь. Не тут, я хочу сказать. Вот сюда вот давайте поставим его. Вот так вот. Пускай стоит. Вот. Шикарно. Мельница работает. Вырабатывает там энергию. Медленно, но вырабатывает. Правда, паштета нету, но ладно. Ах, вспомнил я это самое о своих этих самых одноклассниках. Так, а минутку. Здесь еще вот эта вот фигня есть. Мы... Вот. Надо все соединить вместе. Кстати, тут вот в проводах именно, вот видите, электричество, кстати, идет. Можно посмотреть.
Вот. Теперь у нас есть максимальная, так сказать, 4 генератора у нас есть. Мельница есть. Паштета нету. Так. Окей. Значит, подожди, я хотел сделать еще вот это вот. Ой, нет, не это. Акваланг я не хотел делать. Это что у нас? Из-за центрифугу я тоже не хотел делать. Акваланг? Можно скрафтить. Не, ну это хорошо, конечно, ладно. Но не сейчас. Я хотел делать вот это вот. Продвинутый химический бак. Продвинутый химический бак. Ага. У. Элитный химический бак. Так, элитный химический бак. Тогда совершенный химический бак. Совершенный химический бак. Вот. Ага. Так, с баками мы закончили. Такс. Ух ты ж. Сульфатоксид. Вода. Hydrogen и Oxygen. Ядрит меня Мадрид, ребята. Водичка. Ага. Сульфат оксида. Ух ты ж. Ладно. Так. Подожди, мне нужно. Давайте скрафтим что-нибудь еще. Кстати, что-нибудь скрафтим вот это вот, давайте скрафтим. Заряжающий аппарат скрафтим, давайте. Ага. Требуется. Чернит требуется. Полированный чернит. Так, полстака сюда ложим. Так. Такс. Не хватает энергетический планшет. Энергетический планшет. Сейчас, минутку. Вот. Энергетический планшет. И плюс адвансмент еще. Кстати, вот теперь мы можем зарядить, наконец-то, свои бегунки мы можем зарядить. Давайте поставим сюда вот, с краешку. Вот. Теперь у нас заряжаются наши бронированные бегунки. Наконец-то. Так, Теперь нам нужен ранец. Так, теперь нам нужен ранец. Ранец, минутку. Теперь нам нужен ранец. Вот этот вот, реактивный ранец нужно будет скрафтить. Не хватает оловянный плюс базовый химический бак. Ага, олово требуется. А я думал, зачем нам олово? Хорошо, что я олова, как его, накопал много. Вот он, реактивный ранец. Так, реактивный ранец. Мне нужен этот сам бронированный. Вот бронированный реактивный ранец. Бронза, алмазная пыль. Ага.
Вот, бронированный. Так, бронированный реактивный ранец у нас есть. Бронированный реактивный ранец есть. Теперь мне его надо заполнить чем-то. Правильно, его надо заполнить. Заполнить. Чем его можно заполнить-то? Чего? Мне нужно заполнить его чем-то. Шипы 3. Можно его наполнить. Блин. Тут нужен этот самый. Я забыл. Углевод, кажется. Тьфу, не углевод. Да, не то я говорю вообще. Тут нужен этот. Так. Кислород. Нет, не кислород надо его. Подожди, чем его надо было заполнять-то? Водородом надо было его заполнять. Да, водородом его надо. Водород. Жидкий водород нет. Мне нужен просто водород. Вот водород. Он делается в электрические сепараторы. В электрическом сепараторе. Да, электрический сепаратор нужен скрафтить. Не хватает вот это. Ага, для этого надо железная осмиумная пыль и железная пыль. Угу. И золотая пыль тоже. Так, дробитель, где у нас обогащающий, дробящий, так значит. А я могу пыль такую тоже скрафтить, заодно, кстати, оловянную пыль я тоже могу скрафтить, давайте. Вот эту скрафтим, осмиус пыль, сразу же скрафтим, и железную пыль тоже скрафтим, вот. Сразу же все пыли, которые нам нужны будут, или не нужны будут пыли нам. Вот. Так, оловянная, золотая, осмиумная и железная пыль. Окей. А что там надо было у нас? Какая именно? Золото, осмий, железо, осмий и золото. Осмий. Вот. Электрическое, чё? Электролитическое ядро. Вот ты. Не выговоришь никак. Значит, так, сюда это положим. Так. Крафтим у нас электрический сепаратор. А, окей. Ой. Так, электрический-то электрический сепаратор. Для электрического сепаратора нам нужно... Знаете что, ребята, для электрического сепаратора нам нужно? Нам нужно трубы для электрического сепаратора. Медная пыль не надо нам уже. Так, алмазы. Я не знаю, что тут можно. Нам нужно в данный момент. Так. Так, мне нужно тогда этот самый, как его, раковина нужна. Так, раковина, и мне теперь нужна труба. Это будет, как ее, собачка, сейчас, минутку. Собачка Мека, подожди. Собачка-то Мека, но не Мека. Мека-то не Мека, ребята. Подожди-ка.
Подожди-ка. Мека это не мека. Провод, который будет проводить нам. Так, провод, который будет проводить. Так, водичку. Я помню. Тогда я помню. И, слушай, я помню, как оно крафтится. Я помню, как. Ой, крафтится. Я вспомнил. Так вот оно крафтится. Так это базовая. У. Продвинутая вот так вот крафтится. Да, продвинутая. Дальше. Элитная. Совершенная. Вот у нас. Совершенный механический провод. Да. Такс. Так. А тогда нам нужно что дальше? Нам нужно еще, знаешь, конфигуратор построить обязательно. Без этого никуда, ребята. Вот без этого вот. Без этой штуковины она никуда. Никуда. Значит, лапис. Палка нужна еще. Значит. Слушай, а я вначале думал, зачем мне это самое лапис? Ребята, я думал, вот вначале, зачем мне этот лапис нужен? Пошли. Сейчас. Так, настройки. Ой, не то. Управление, назначение клавиши. Буква П. Даже буковка П. Я не знаю, что может этот самый, как его. Вот. А, энергетический этот надо. Конечно. Обязательно. Вот. Ты неправильно, это самый advancement неправильно переведен. Надо. Так его надо сначала зарядить, кстати. Чтобы это самое как его. Авада Кедаврой. Так, конфигуратор. Сделай конфигуратор. Значит, давайте сюда поставим. Значит, сюда ставим. Так, сепаратор. Да. В сепаратор нам нужно водичку подавать. Мы будем водичку подавать из раковины. Берем наш. Так, совершенный механизм. Трубу. И делаем вот так вот. И он делает нам водород и кислород. Так.
А, и мы ложим сюда бронированную нашу, вот сюда вот ложим. И он нам делает ранец. Ой, заполняет ранец водородом нам. Я понял. Ага, окей. Ну, допустим-то. Подожди, а что нам нужно для еще? Так, мне нужно люк. Подожди, мне нужны доски. Потому что я уже забодался, ребята. Короче, ребята, я забодался. Вот через это вот перепрыгивать, как заяц. А, значит, что нам нужно дальше? А делать? Не, что-то я хотел. Подожди, это что такое? Чего? А его что, нельзя скрафтить? Умбра пур орес. А ну-ка. Ладно. Кстати, нам нужно, знаете, что скрафтить еще? Нам нужно улучшалки скрафтить. А их очень много, этих улучшалок. Их очень мега много. И, кстати, это не эти улучшалки. А улучшалки это у нас, подождите, сейчас я вам покажу где-то. Я вам сейчас покажу 4 позиции, откуда готовилось вторжение на Майнкрафт. Так. Так, где эти улучшения были? Были и прошли. Ого-хо. Ого-хо, минутку. Где это? Так, а где они? Так, это у нас памп. А это что такое у нас? Лазер турель? Чего? Чего? Я хочу турель. Чего не хватает? Энергетический планшет плюс совершенно схема. Ага. Сейчас, минутку. Ага. Элитный лазер. Ага. Не хватает лука. Электрический лук. Не хватает ниток.
Серьезно, у меня ниток не хватает. Да вы издеваетесь. Камон. Ладно. Пускай лежит пока что, потом посмотрим. Мы хотели этим самым улучшением заниматься. Мы очень отвлекаемся, ребята, от того, что тут столько много всего интересного, что хочется все и сразу. Так. А вот это вот, вот они, улучшения, все я нашел, вот они. Вот. Раз улучшение. Ой. Да, вот оно. Такое улучшение. Такое улучшение. Такое. 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 И. Такое. У нас стекло есть, да? Да, есть стекло. Не хватает лава и ведро. То есть бакет с водой еще не хватает. Ага, не хватает железной пыли. Сейчас. Улучшение шум. Не хватает стальная пыль. Бля, у нас стали нету. То есть сталь есть, но вот пыли стальной, наверное, нету, да? Ведь я не крафтил стальную пыль. Так, значит, стальная пыль. А, была? А, ну ладно. Так. Так, не хватает оловянная пыль. Хорошо, что я сразу скрафтил-то. И оловянную эту самую тоже. Ага. Золотая пыль. Золотая чаша, золотая. Минутку, зол. Ага. Золото. Вот. А, мы с вами скрафтили все улучшения. Подожди, все или не все? Подожди. А, улучшение скорость. А, мы что, скорость не скрафтили еще? Требуется что? Осьмевая. А, осьми требуется, окей. Вот. Вот теперь все. Превосходно. Так. Значит, как он назывался это? Улучшение, да? Улучшение. Берем тогда газ, фильтр. Не, фильтр нам не надо. Шум, скорость, энергия. Вот. Потом все это положим обратно. Подожди, это у нас электросепаратор. Подожди, в сепаратор надо ложить это? Не. В сепаратор не надо ложить это. Именно газ. Окей, допустим, это скорость.
Скорость везде нужна, правильно? Ну да, скорость везде ложится. При помощи шифта можно зажать. Так. Шум. Чтобы он не шумел бы. А, кстати, можно сюда тоже шум вбахнуть. Чтобы он не шумел. Вот. И улучшение энергии. Вот. Теперь у нас этот самый, как его, улучшенные. Оп. Значит так, ребята. Перед тем, как идти в шахту, я хочу еще кое-что... Подожди, а у меня есть эти самые, не провода? Как его называется-то? Ведь я ведь крафтил, правильно? Ведь я крафтил... Подождите. Где это совершенная... Совершенная химический бак. Да, две штучки возьму. А почему? Вот, теперь он наполняет. Ага, наполняет, но он... Не хватает ему энергии теперь уже. Подожди, где это у нас? Ага, это у нас вот это, да? Окей. Подожди, F3G. Это у нас этот чанк, а это у нас уже другой чанк. Это у нас уже вот этот чанк. Ага. А тут что у нас? Ага. У нас вот этот чанк. А, ну этот чанк уже прогружается тоже. Ух ты, я чуть-чуть не в лаву не... Ладно. Так, 8 броня, 2 твердости. Окей, пускай заполняется. Так, надо этот самый, как его? Сейчас, минуточку, давайте поспим. А, где-то мы с вами уже находили уран, кстати. И потом много урана находили. Я хочу кое-что скрафтить, ребята. Персональный... Вот, хочу вот это вот скрафтить, во-первых. И еще вот это вот скрафтить. А как оно крафтится? Вот так? Да. Вот, персональный этот. И личный сундук. Персональная бочка. Тоже скрафтим. Кстати, я просто ее поставлю сюда. Выгружу все наши... То, что связано с механизмом, ребята. Все, что связано с механизмом, сюда выгружу. А, он тут открывается. Вот так вот. Подожди.
А, понятно. Где-то. А, он еще наполняется. А, я где-то видел солнечные панели, ребята. Солнечные панели, солнечные панели. Вот они. Солнечные панели. Ага. Так, возвращаемся все обратно тогда в карман себе. А, окей, солнечные панели. Поехали крафтить солнечные панели. Так, электрическое это. Требуется стекло. Ага, стекло требуется. Так. А, нет, вот это стекло. Так. Стекло. Так, вот это. Элемент солнечной панели крафтим. Угу, солнечная панель. Так, солнечная панель. Ага. Такс. Солнечная панель, солнечная панель, солнечная панель. А где-то? Бля, где это у нас? А, вот оно. Ага. 17,6 вырабатывает. А это сколько вырабатывает? А, бля, сколько он вырабатывает-то? 80, да? Накопление, подожди. Это накопление, а сколько он вырабатывает-то? Shift-T. Пум-пум-пум. Так, это у нас улучшенная солнечная панель. Это как она? Солнечная панель. А это у нас улучшенная даже. Тут требуется энергетический планшет плюс лазуритовая пыль. Черная стеклянная панель. Обогащенный углерод. Ага. Блин. Ладно. Допустим, а как делается этот самый солнечная панель, которая... Так, 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 так. Минутку, где эта солнечная панель, которая, минуточку, где она, эта солнечная панель дурацкая? Которая, нет, не вот эта вот солнечная панель, а... Которую мы с вами смотрели, ладно, сейчас. Тут... Так, где она? Вот это вот быстрее так вот будет. Вот это вот солнечная панель. Требуется солнечной панели еще сколько тут штук? Раз, три штуки солнечных панелей требуется еще. Вот. Подвинутая солнечная панель. Неплохо, ребята. Продвинутая солнечная панель. Мы уже... Так. Начинаем заниматься. Так, ты мешаешь мне. Так, а я не могу поставить. Ой. Ой-ой. Куда идешь?
Слышь? Ты куда? Вообще обнаглел. Шастает не в своем биоме. А что сюда можно ставить-то? Улучшение только шум, да? Ага. Я понял. Ага. Так, допустим-то. Подожди, ага. Бля, а где наша? Вот она наша. Летающая штуковина. Теперь мы с вами можем летать. Наконец-то. Ура, мы с вами можем летать. Это уже радует меня, кстати. Подожди, только тебе еще на как его найти? Ночное зрение бы, это было бы еще лучше бы. А, тут есть артефакты, да? А, да, тут артефакты есть, которые я понял. Или, может, в этом самом. В Desert пирамиде выкопать, я понял. Угу. Ага, ночное зрение делается. Ага. Ого. Допустим, это что? А как вот это вот крафтится-то? Углеродная пластина? Да ты издеваешься. 2 ЕУТ. Это что за фигня-то? Паровой компрессор. Да ты издеваешься, серьезно? Сжимает предметы. Так, а как вот это вот крафтится тогда, ладно? Стальной болт. Стальная стержень. Сталь плюс. Стальной стержень будет. Палка плюс. Красная сталь. Про красную сталь как делается, в чем? Да вы ты издеваетесь. Петля сплавов. Да ну нафиг. Ёпарасота, это... Да, это надолго, кстати. Да. ночное зрение, ребят, это... Да. Ладно. А давайте возьмем свой наш... Ой, наш свой... Этот самый рюкзак возьмем. В общем, давайте закончим это самое. Потому что мы уже 2 часа стримим, записываем. Мы уже довольно много, кстати, сегодня сделали. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы. Вот давайте мы как-нибудь на фоне сфоткаемся. Вот, я не знаю, вот. Я хочу даже, чтобы солнце тоже было бы видно. Солнце, ты куда? А, солнышко, ты куда уходишь? Не уходи, пожалуйста. Мне без тебя скучно будет. Ладно. Давайте поспим. И доброе утро, Майнкрафт! Да. Как в Сайберпанке, ребята. А, вот. А, ребята, всем тогда пока.